Что касается кризиса, закончилась ли первая волна, началась ли вторая, я знаю, что это не первая, не вторая волны. На самом деле и Первая мировая война, и Вторая война были связаны с банковскими кризисами. Я думаю, что когда начались банки, тогда начались кризисы. И не стоит этого бояться. Мы живем уже 500 лет с банковской системой.